Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Юлия Важенина. О главных новостях прямо сейчас. Потенциал регионов. Министр промышленности России и полпред президента страны в ПФО посетили Чебоксары с рабочими визитами. Переход на третий этап. Оперштаб по противодействию коронавирусу отменил еще часть ограничений. Лидеры новой формации. Сегодня состоялся полуфинал конкурса «Управленческая команда». Сегодня в республике с рабочими визитами побывали полпред президента России в ПФО Игорь Комаров и министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. В повестке дня посещение крупнейших предприятий региона «Эллара» и концерна «Тракторные заводы». Гости побывали в столичной гимназии номер 5, где наглядно показали, насколько готовы школы к учебе в новых эпидемиологических условиях. Обо всем в репортажах наших корреспондентов. В крупнейшем научно-производственном комплексе «Эллара» делегацию из Москвы встречали с соблюдением всех мер безопасности. На входе термометры, санитайзеры, на лицах маски. Это немного затрудняет общение, но обстоятельства вынуждают. Первая остановка в цехе печатных плат и сразу же маленький экскурс в дела предприятия. По прошлому году выручка предприятия составила 7,3 миллиарда рублей. 3700 человек у нас трудится на предприятии. В этом году ожидаем объем продаж на уровне 8,3 миллиарда рублей, значит, из которых 40% – это гражданская продукция. Мы проблемы диверсификации занялись давно, ну и неплохих результатов здесь достигли. Сейчас мы находимся в цехе по производству печатных плат. Диверсификацией производства здесь занимаются давно и успешно. В числе развивающихся направлений – система управления для железнодорожного транспорта и энергетики. Правительство республики поддерживает эту работу и готово дать различные преференции, в том числе и по налогам. Гости посмотрели, как производятся и тестируются печатные платы – основа основ любого электронного оборудования. На предприятии повсеместно используется программа автоматизированного проектирования. Одна из последних разработок обеспечивает безопасность движения поездов на перегонах. Система интервального регулирования оснащено Московское центральное кольцо. В числе потребителей РЖД, ГАЗ, КАМАЗ и другие. Вся промышленная Чувашия на территории концерна «Тракторные заводы». Более 20 ведущих предприятий республики развернули там свои экспозиции. С продукцией, которую выпускают в регионе, познакомился министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Прежде чем отправиться на производственные площадки, Денис Мантуров и в Рио главы региона Олег Николаев обсудили социально-экономическое развитие Чувашии и перспективные промышленные проекты. Знакомство с самим заводом началось с бульдозеров «Промтрактора», который входит в группу концерна. При их изготовлении используют собственные разработки трансмиссий, рам, навесного оборудования и других элементов. Доля импортных комплектующих на большинстве изделий не превышает 10%. Сельскохозяйственная техника, которую выпускает «Агромаш», уже стала национальным брендом машиностроительной продукции. Наконец-то решили проблему по оздоровлению предприятия, по модернизации, по заказам. Вижу прогресс в развитии того потенциала, который есть у промышленности, в первую очередь у обрабатывающей промышленности Чувашии. И вижу, как Олег Алексеевич подхватил нашу инициативу по развитию этого потенциала. Мы наделили Фонд развития промышленности Чувашской Республики статусом института развития. Наделили его полномочиями координировать все институты поддержки развития, в том числе малого и среднего предпринимательства. Таким образом, мы, с одной стороны, собираем все бизнес-идеи, определяем, какие формы поддержки в какой временной период необходимы для развития той или иной идеи, а самое главное, обеспечиваем кооперацию в случае необходимости для реализации, в том числе, крупных инвестиционных проектов. И, на мой взгляд, вот такая организация работы нам даст, с одной стороны, здорово развивать экономику и диверсифицируя ее, с другой стороны, решить в том числе государственные важности задачи по локализации производства на разных уровнях производителей. Солнечные батареи, лифты, продукция электротехнического кластера, цистерна для химических веществ, оборудование для детских игровых площадок. На выставке ведущие предприятия республики представили свой основной ассортимент. Коллеги выпускают современную продукцию, современную номенклатуру, которая востребована не только у потребителей в России, но открывает уже для себя горизонты на зарубежных рынках. И это говорит
что эта техника качественная, и она конкурентоспособна на внешних рынках. Поэтому рассчитываем то, что те инструменты поддержки, которые сегодня есть на федеральном уровне, на региональном уровне, а фонд развития промышленности на сегодняшний день в Чувашии с объемом капитализации практически самый крупный в России, это более 1,5 миллиарда рублей. Татьяна Трофимова, Андрей Шоуклев, «Республика». На пресс-подходе министра промышленности и торговли России Денис Мантуров и в РИО главы Чувашии Олег Николаев сообщили, что до конца этого года в республику поступит 68 новых троллейбусов. Напомним, на эти цели региону было выделено из федерального бюджета более 1 миллиард рублей. Чувашия переходит к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Возобновится работа общепита с соблюдением определенных требований. Откроются школы, вузы, учреждения дополнительного образования детей. Что еще изменится в жизни региона с переходом на новый этап в нашем сюжете? Ситуация с коронавирусом в республике стабильная. Ежедневно регистрируется чуть больше 30 случаев заражения. Тестируются не менее 110 человек на 100 тысяч населения. Процент свободных коек не менее 50% от норматива. Эти показатели – основание для перехода республики на третий этап снятия ограничений. Кроме открытия учебных заведений и общепита, к привычной работе вернутся читальные и компьютерные зоны в библиотеках, ЗАГСы. Что касается детских садов, то решение по возобновлению их работы будет приниматься поэтапно, отметили участники заседания. Необходимо продолжить соблюдение масочного режима в транспорте, общественных местах, а также на предприятиях. Роспотребнадзор проверил почти 300 организаций. За неделю составлено 4 протокола по административным правонарушениям. В Чебоксарах 9, на 9 объектов отсутствовали журналы термометрии, журналы дезинфекционной обработки. В городе Чебоксары были проверены 2 крупные торговые точки, то есть 2 крупных торговых объекта. Это «Ирбис» и торговый комплекс «Гранд Сити». Где еще проводились, кроме проверок и фиксации фактов, разъяснительные работы с работниками торговли и гражданами. Медики встречают во всеоружии очередной осенний сезон, на который приходится, как правило, пик заболеваний ОРЗ. Продолжается работа по оснащению и подготовке предсезона медицинских учреждений, в частности, закупки средств индивидуальной защиты, противовирусных препаратов, антибактериальных средств, дезинфицирующих средств, то есть, чтобы запасы были и к моменту наступления в предсезон, то есть учреждения были в полной боевой готовности. В новом учебном году за парты сядут более 145 тысяч школьников, в том числе около 17 тысяч первоклассников. Учебный процесс планируется с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Но 3 школы в республике 1 сентября так и не откроют двери. В Урнашской СОШ номер 1, Шумерлинской СОШ номер 6 и Кугейском лицее не завершены ремонтные работы. Где-то внутренняя отделка, а где-то кровля. Одна из школ не представила график приема пищи и расписание обучения. Эти вопросы надо решить в кратчайшие сроки, отметил в РИО главы Чувашии Олег Николаев. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, «Республика». С признаками заболевания вход воспрещен. Школы республики оборудуют специальными интерактивными комплексами. Денис Мантуров и Игорь Комаров сегодня оценили организацию в школах Чувашии утреннего фильтра на примере гимназии номер 5. Я рад вас всех приветствовать. Тебя нужно дезинфицировать. Я запрограммирован на здоровье. Это Борис, новый сотрудник гимназии номер 5. Он не только приветствует гостей или отвечает на вопросы, но и, например, может сделать фото, если его попросить. Мы нажали сделать фото, ждем фотографию. Вот. Давайте сделаем фото. Есть. Спасибо. По-моему, на фото плохо видно лица. Давайте еще раз попробуем. Из-за пандемии один из главных вопросов, волнующих родителей, как будут измерять температуру при входе в школу. Не будет ли лишних контактов? И здесь все продумано. Чувашия попала в число 3 пилотных регионов по программе оснащения школ специальными устройствами, обеспечивающими проведение утреннего фильтра.
Данные изделия позволяют также идентифицировать проходящих детей и при наличии повышения температуры автоматически информировать администрацию учебного заведения о данном инциденте, что позволит не допустить ребенка с симптомами заболевания до учебного процесса. Это, несомненно, важно не только в рамках нашей текущей ситуации борьбы с распространением коронавируса, это важно в целом, так как один больной ребенок может заразить даже простым ОРВИ весь обучающийся контингент. Наша съемочная группа провела эксперимент. Чтобы узнать, как работает аппарат, сначала к нему подносили руку. Он показывал нормальную температуру тела. Да, подносите. Затем поднесли чашку с горячим чаем. Слишком горячо. Такие диспенсеры не только измеряют температуру бесконтактно, но и дезинфицируют руки. В нашей республике выделено почти 500 устройств. На эти цели направлено 300 миллионов рублей. Юлия Важенина, Павел Редков, Республика. Сегодня заключительный день проведения молодежного форума «Иволга». С его резидентами в онлайн-формате встретились полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и главы других регионов Поволжья. Участники подвели итоги «Иволги» и обсудили актуальные темы развития молодежной политики. В этом году при организации форума приоритетное значение уделили образовательной программе. Впервые удалось собрать такой мощный состав спикеров. Количество активных участников форума превысило 3500 человек. Опыт, который получен при проведении форума в 2020 году, планируют использовать при реализации других окружных общественных проектов. На мой взгляд, можно смело утверждать, что мы не ошиблись, принимая решение о проведении форума в дистанционном формате в непростых условиях пандемии, потому что форум действительно состоялся. Я старался лично следить за тем, что происходит на форуме, видел вашу активность и уверен, что все, кто хотел получить новые полезные навыки, дополнительные стимулы и ориентиры на своем жизненном пути, сделали это. Здесь же были объявлены имена победителей Всероссийского конкурса проектов и победителей конкурса проектов Фонда гражданского общества ПФО. В этом году грантовую поддержку получили 97 проектов на общую сумму свыше 46,9 миллионов рублей. Помнить значит знать. 1 сентября по всей стране пройдет Всероссийский открытый урок, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В республике решили вспомнить историю трудового подвига строительства Сурского и Казанского рубежей. В будущем году чуваши отметят 80-летие этого события. До сих пор живы участники, копавшие оборонительные рвы в лютую зиму 41-42 года. Трансляция всероссийского урока пройдет на официальной странице Минпросвещения России в социальной сети ВКонтакте. Начало назначено 12 часов дня. Изменение налогового законодательства с 1 января заставляет подумать о мерах поддержки предпринимательского сообщества. Об этом говорили на круглом столе в торгово-промышленной палате. Сообщество переживает. Любое изменение в налогообложении ведет за собой сбой в уже налаженном механизме отчислений. С 1 января по всей стране отменяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Налогоплательщики могут перейти на общую систему налогообложения, упрощенную, патентную. Единый сельскохозяйственный налог уже действует с 1 июля этого года. Так что на выбор предлагается 4 варианта уплаты налогов. Проблем бизнесу добавила пандемия, когда пришлось закрыться почти всем предприятиям, оказывающим услуги населению. Этот год стал настоящим испытанием именно для этой сферы, для сферы потребительского рынка. Здесь я имею в виду и торговлю, и общепит, и услуги. И переход на любую вот из систем увеличит для субъектов МСП в сфере потребительского рынка, который так несет сейчас колоссальные убытки, налоговую нагрузку примерно от 2 до 5 раз. Поэтому правительство республики заранее не раз обсуждало возможность сохранения действующих мер поддержки и определения новых. Благоприятный предпринимательский климат нужно сохранить, и это понимали все присутствующие. Заместитель министра финансов Ольга Метелева заметила, что у республики, конечно, есть выпадающие доходы в этом году, но в целом предприниматели оказались весьма добросовестными плательщиками. Совместными усилиями был выработан пакет мер, который, по мнению специалистов, смягчит вхождение в новую систему налогообложения.
Что у нас планируется? Первое, самое главное, что у нас изменяется на федеральном уровне. У нас с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. Соответственно, судя по практике других регионов, исходя из наших вот расчетов, порядка 60% плательщиков должны перейти примерно на УСН, а остальные плательщики должны перейти либо на НВД, либо на ПСН. Для того, чтобы плательщики как бы уложились, да, вот в патентную систему, на федеральном уровне на 24 вида расширяется количество видов деятельности на патентной системе. Полностью поддерживаем предложение по части налоговых каникул, продления налоговых каникул, по части инвестиционного налогового вычета, по специальным налоговым режимом. Видел там что-то. Были и новые предложения. В законе написано, что по итогам по налоговой декларации 2020 года уже будут рассматриваться вот эти вот льготы. Я бы предложила, если это возможно, сделать поквартально. На круглом столе говорили и о необходимости создать совместную рабочую группу, членами которой станут представители Министерства экономики, Управления Федеральной налоговой службы по республике, предприниматели. Группа и сформирует окончательные предложения. Они записали, что... Культура на селе, создание общественных пространств и реализация программы инициативного бюджетирования стали предметом обсуждения на совещании в Чубоксарском районе. В РИО главы Чувашии вместе с руководителями муниципалитетов посетили ряд объектов этой сферы. В этом году в Чувашии реализуется свыше 800 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Наибольшее количество программ действует в Канашском, Красночитайском, Шумерлинском и Козловском районах. В деревне Курмыши Чубоксарского района заработала обновленная библиотека. Здесь появились говорящие книги, маркерная доска и электровидеоувеличитель. Благодаря инициативному бюджетированию в этнографическом парке Чувашкирем появился Центр краеведения и туризма. У таких досуговых зон большое будущее, считает Олег Николаев. Их просветительскую миссию трудно переоценить. Здесь сосредоточена история чувашского народа. Знакомиться с ней должна и молодежь. Вопросы реализации проектов развития общественной инфраструктуры, механизм финансирования и другое обсудили вместе. У каждого муниципалитета своя практика. Инициативное бюджетирование уже полным ходом на уровне муниципалитета, нашего муниципалитета идет. Мы в этом году только реализовали более 17 миллионов рублей. На 23-й год тоже заявились. Как раз в сентябре, пользуясь как раз с моментом выбора, узнаем мнение сельчан и готов в 21-м году полностью реализовать. Этот проект очень нужен. Минсельхоз Чувашии уже в октябре планирует объявить конкурс по отбору проектов инициативного бюджетирования. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. Новые лидеры, умеющие быстро и качественно принимать решения, оперативно отзываться на вызовы времени и четко откликаться на тренды. Именно таких людей ищут не только для правительства Чувашии, но и для бизнеса и многих организаций. Как проходил полуфинал республиканского конкурса «Управленческая команда», расскажем в нашем репортаже. Полуфинал республиканского конкурса вышли 102 человека. Все они в течение дня слушали мастер-классы, участвовали в деловой игре и разрабатывали проекты. Для каждого участия в таком конкурсе не только возможность войти в кадровый резерв, но и проверить себя. Участвую для того, чтобы лично для себя, чтобы проверить свои силы, на что способен, насколько, так сказать, мои способности и возможности совпадают с моими целями. И для, собственно говоря, блага республики в том смысле, что хотелось бы немножко поднять престиж нашей науки. Прежде чем стать участниками полуфинала, все они выдержали различные испытания. Отвечали на вопросы тестов, писали проекты, защищали их. Это первый очный этап, на котором каждый участник увидел своих конкурентов. Когда объявлялся конкурс, мы прежде всего, правительство Чувашской Республики, исходит из того, что необходимо формировать качественный профессиональный кадровый резерв из тех людей, которые прежде всего имеют внутреннее желание, стремление работать в органах исполнительной власти. Ну и, конечно же, для этого имеют соответствующие квалификации, компетенции, а самое главное,
искренне желает их развивать и сделать намного больше, чем сегодня уже делает. Молодые лидеры сейчас нужны не только правительству. За работой каждого участника наблюдали и представители промышленных предприятий республики. А оценивали работу конкурсантов во время мастер-классов и деловых игр эксперты. Они прошли специальную подготовку. У участников конкурса сегодня непростой, скажем, день, потому что они должны показать себя во всей красе, показать коммуникативные качества. Но в первую очередь это то, что они должны молниеносно принимать решения. И это решение должно быть выдержанным, конкретным и приносящим результат. Сегодня участники конкурса должны были придумать проект, который раскроет потенциал Чувашской республики. После их защиты эксперты назовут имена 25 финалистов конкурса. Ольга Алексеева, Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Завершился республиканский конкурс «Команда молодых лидеров». Они действительно молодые и амбициозны, хотят узнать многое в этой жизни и вырасти профессионально. Победителями конкурса стали 5 человек, работающих в самых разных сферах, от педагогики до медицины. Но на встречу в Дом правительства пришли не только они. Финалисты и полуфиналисты тоже получили приглашение от организаторов конкурса. Искренне поздравляю вас с тем, что вы все эти испытания прошли успешно и оказались на данном этапе в числе тех людей, которые продолжат путь дальше. Мне кажется, это могло случиться только потому, что вы являетесь людьми увлеченными, людьми желающими двигаться, людьми ищущими и постоянно находящимися в поиске интересного, в поиске важного, в поиске, прежде всего, нужного лично для вас. К дипломам прилагались образовательные сертификаты на прохождение профессиональной переподготовки. У ребят есть теперь возможность выбрать наставников, и они точно включены в Республиканский резерв управленческих кадров и Молодежный кадровый резерв приглашения. Чувашской республики. Конкурс проходил 6 этапов. Финальный предусматривал индивидуальное собеседование, в ходе которого можно было ярко проявить свои лидерские способности, креативное мышление, ораторское мастерство. Честно говоря, даже не ожидала, что пройду финал. Каждый этап был по-своему интересен. Особенно понравился мне последний финальный конкурс, когда было 6 кабинетов. В каждом кабинете 5-минутное быстрое очень задание. Нужно было очень быстро реагировать. Очень понравилось. Победа в конкурсе – хороший жизненный стартап. Он прибавил уверенности всем, кто видит себя в качестве управленца и настроен двигаться дальше. Ульяна Пятакова, Юлия Дюкова, Андрей Шоклев, Республика. В ближайшее воскресенье Новочебоксарск отметит 60-летие со дня образования. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не позволяет широко отметить день рождения. В честь юбилея национальное телевидение Чувашии рассказывает о том, как живет и развивается сейчас город-спутник. Интересные события, люди и традиции в наших сюжетах. Центр интеллектуального развития в городе Химиков уже почти год функционирует детский технопарк «Кванториум». Он не прекращал работу даже во время пандемии. Все занятия проходили онлайн. О возможностях технопарка и его оснащении в нашем сюжете. Как создать микрочипы из деталей масштабом в 20 нанометров? Освоить все это и не только могут воспитанники технопарка. Лаборатории «Кванториума» оснащены самой современной техникой. Среди наставников, преподавателей ведущих вузов республики и специалисты предприятий. Главная задача – развивать у школьников инженерные компетенции. Изначально берется кремний, он нарезается пластины, делают его кристаллическим, и потом уже эту пластину наносится какая-то архитектура при помощи проводящих материалов. И как раз эту архитектуру мы видим на экране. В хай-тек-лаборатории лазерные станки и 3D-принтеры. Из распечатанных деталей ученики могут собрать робота-гида. Который должен будет отвечать на вопросы, типа, сколько кванториумов есть, как пройти, на какой... Убежать от реальности хотя бы раз мечтает каждый житель планеты. Благодаря VR-технологиям это возможно. Достаточно лишь надеть специальные очки, и ты уже супергерой, космонавт или подводник. Допустим, в реальной жизни у тебя нет возможности поиграть, покататься на машине, допустим. Там ты уже можешь летать, садиться в машину, кататься. Но как быть, если образовательный центр не работает, а дома нет крутого компьютера со всеми необходимыми программами? «Кванториум» нашел выход, предоставил воспитанникам удаленный доступ к своему оборудованию. Раньше у нас проходили занятия, мы знакомили их с оборудованием, но в связи с тем, что в коронавирус, мы не можем им показать, чтобы они прям посмотрели на это оборудование, пощупали руками, нам приходится давать все это в теории. И сейчас мы изучаем 3D-моделирование, и они создают 3D-объект у себя дома.
Наставник наноквантума решила разнообразить занятия и открыла онлайн-лабораторию под названием «Инженерные каникулы». Раз в неделю в прямом эфире Наталья Коробенкова проводила опыты, а ее ученики повторяли, каждый у себя дома. Применяем все равно перчатки, как в любой технике безопасности. Все, сода, кислота, слегка воды, можно любые красители, любые ароматизаторы, все, что они захотят. Делается этот опыт очень быстро, буквально минут за 20, я думаю, что мы справимся. Детский технопарк в городе Спутники создали в рамках национального проекта. Из федерального и регионального бюджетов направили более 100 миллионов рублей. Это инвестиции в подготовку квалифицированных специалистов для экономики. Юлия Важенина, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Бахтияр Велиев, Республика. Завтра в Чувашии пройдет День здоровья и спорта, первый с момента снятия большинства ограничительных мер. Жители Чувашии смогут бесплатно посетить бассейны, тренажерные и фитнес-залы, ледовые катки и другие спортивные площадки. Бесплатно покататься на коньках можно в ледовом дворце Чебоксары-Арена и в Новочебоксарской спортивной школе Олимпийского резерва номер 4. В городе Спутники можно будет также заняться конным спортом, только по предварительной записи. Полный перечень республиканских и муниципальных спортивных учреждений на сайте Минспорта Чувашии в разделе «Спортивные организации». Это главные новости пятницы. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных.